Здравствуйте! И сегодня против зрителей, то есть против вас, играет команда! Сборная-разборная каламбуристов-эквилибристов, дебилы-крокодилы! Сборная по спортивному распитию антифриза «Слепая ярость». Сборная по подводной... Сборная старого перца по подводному плаванию «Русалочка». Также известная как команда КВН «Носок одинок». Город Перск. Мы начинаем. Всем привет! И мы начинаем. Распределяющая шляпа в Хогвартсе немножко постарела. Ох, старость не радость. Наркоман, проститутка, наркоман, проститутка. You got to slow down. Представьте, сапер сделал неверный шаг. Зачем я женился? You got to slow down. И такое бывает. Бомж-пикапер. Девушка, ну что, может быть, к вам? А может быть, к тебе? Блин, опять нет. You got to slow down. Стандартная ситуация. Несовершеннолетний покупает сигарет. Здравствуйте, а можно мне вот пачечку сигарет? У тебя паспорт-то хоть есть? Ой, дома остался. Нет, паспорта нет, сигарет. Ну, посмотрите, вот у меня даже усишки есть. Усишки? Знаете, на вашем месте я бы этим не гордился, девушка. И следующая миниатюра – типичный промоутер. Возьмите, пожалуйста, флаер. Возьмите, пожалуйста. Флаер возьмите, пожалуйста. И бутылочку не выбрасывайте, пожалуйста. Представьте, если бы фильм «Форрест Гамп» снимали бы в Искитиме. Знаете, жизнь — это как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какую выберешь. Ну, отлично, я взял бы ту, которая с фольгой. И бутылочку не выбрасывайте, пожалуйста. Дана Борисова устроилась переворачивать буквы на шоу «Поле чудес». Итак, у нас капитал шоу «Поле чудес» и финальная двойка игроков. Называйте букву. Буква «А». Даночка, покажите, есть ли буква «А» в слове? Дана, мимо. Опять мимо. И у нас победитель! Японский кот в японской семье. Котрико! Нау! Котейка, кушать хочешь? Суши-маки! Случай на шоу «Интуиция». Итак, у нас финал. Осталось только две позиции. Это депутат и... кто? Путан. Путан. То есть я должен выбрать, кто из этих людей готов сделать все, что угодно за деньги? Совершенно верно. Кто из этих... Кто из этих людей не имеет высшего образования? Ну да. То есть кто из них, так сказать, слуга народа? Ну можно и так. Маша Малиновская. И Маша Малиновская. Непростой выбор. Ребят, а в конце я хотела бы признаться. Я влюбилась в Евгения Коржова. Блин, ну вообще-то он знает. Блин, Влад, ну когда ты успел? Команда.